Ранней диагностикой и профилактикой неинфекционных заболеваний займется социальный бизнес. Меры поддержки предпринимателей стали предметом обсуждения на специализированном окружном совете. В этом году таким организациям передадут 4 общественно полезные услуги в сфере здравоохранения на сумму свыше 300 миллионов рублей. Пока это только вспомогательные виды помощи. Работы по профилактике ВИЧ и неинфекционных заболеваний, незаконного употребления наркотических средств. Со следующего года к ним добавятся медицинская реабилитация и санаторное лечение. На заседании обсудили также проблемы поддержки социального предпринимательства. Речь в первую очередь идет о предоставлении помещений. Высокие арендные ставки и непрозрачные условия получения помощи мешают развитию такого бизнеса. Тем не менее, до конца года все эти вопросы должны быть сняты. Мероприятия проводятся, создаются перечни определенные, но это происходит пока что хаотично, поскольку методика сейчас находится в разработке этих мероприятий, мер перечень, поэтому работа будет проводиться до конца года.